Всем привет! Меня зовут Гуля, и я приветствую вас на своем канале. Мы продолжаем играть в мистера выживальщика. В прошлой серии мы наконец добрались до базы наблюдателя. Я с горем пополам убила Босика. Так, конечно, горе пополам реально было, но ничего. Сейчас мы по-быстрому... Ой! Блин, я аж перепугалась. Убери оружие. Привет, выживальщик, есть минутка. Вы кто? Добрый день, мистер выживальщик. Надеюсь, твоя небольшая экскурсия прошла успешно. О, Боб, не ожидал тебя здесь увидеть. Экскурсия вышла крайне познавательной. Кстати, Боб, ты чего такой серьезный? Что-то случилось? Я серьезный, потому что у меня к тебе серьезное предложение от неспящих. Я знаю, что ты подобрался ближе к цели благодаря военной базе. Нам известно, что ты почти закончил работу над ракетой. Вы так внимательно следите за моими успехами. Мне стоит с собой гордиться. Не переживай, мы на твою ракету не претендуем. Наша задача — использовать момент запуска для реализации своих планов. Мы назвали эту операцию «Пробуждение». Кто бы мог подумать? Запуск ракеты точно не останется незамеченным. Агенты начнут носиться по округе как сумасшедшие. Обычные жители Меликосвиля просто будут наблюдать с изумлением. Вот тут-то мы и вступим в игру. Мы воспользуемся хаосом, чтобы распространять листовки, рисовать граффити, раздавать свою противосонную микстуру. О, ну вот ты все и выдал. Мы долгое время подозревали, что контроль разума ослабевает, когда человек испытывает сильные эмоции или когда с ним происходит что-то необычное. Поэтому мы считаем, что если проведем операцию пробуждения одновременно с запуском ракеты, это поможет открыть людям глаза. Мы не спящие, примем их к себе. Сопротивление станет сильнее. Нам нужна твоя помощь. Но если вам этого так хочется, надеюсь, к моменту, когда люди начнут пробуждаться, я буду уже далеко отсюда. Мы предпочитаем сопротивляться, а не бежать. Но от тебя нам требуется лишь одно. Дай нам знать, когда соберешься запускать ракету. Когда будешь готов, пожалуйста, зажги красный свет у себя в спальне. И не начинай запуск, пока не дождешься нас. Я приведу тех, кто тебе больше всего доверяет. Красный свет, понял. Правда, сначала мне нужно разобраться с парой нерешенных дел. Отлично, увидимся в день операции, выживальщик. Завершить строительство ракеты, прочитать письмо, блин. Столько всего, подожди, давайте мы по бурику, нам же сейчас все это спрятать надо. У нас сегодня агент придет. Что у нас там лишнее есть в сумке, можно? Я сразу не играла же. Так, это все что разобрать надо? Так. Одежда у нас все спрятана. Значит, уже хорошо. Давай мы чуть-чуть с тобой создадим. Пока время есть. Вот. Разберем. И я хотела еще раз на базу сходить. Забери все. У нас 9, а там, по-моему, надо больше на ракету. Электроники. И выключатель он нам дал какой-то. Его надо сразу прилепить. Атомная... Чего? Здесь можно хранить. Будем надеяться, что... Атомная бочка. Ну-ка. Да тебе тут. Прилабуним сюда. Пусть стоит. И что он там нам выдал? Нам надо это... Используйте переключатель на втором этаже. После чего он... А мы его пока не будем ставить. Так, это у нас модуль управления ракетой. Что у нас тут еще есть интересная? Одежда, ножи, оружие. Так. Пойдем. Иди сюда и на всякий случай сразу накроем сейчас. Кстати, накрывальщица, ну-ка иди собери. Пойдем обратно, я забыла. Да, не подряд играешь, так это. Потому что там бой был с это... такой тяжелый, что я подряд просто не могла играть. Мне надо было передохнуть. Так, здесь созрело что-нибудь? Нет, все, давай иди сюда. Поэтому я там еще подрезала. Это, короче, чем это есть на самом деле получилось. Все, мы это закрыли. Давай торговать. Ждем агента. Да, вот нам надо сколько там, что-то там дали. Подождите, мы сейчас... Что там дали? 50 пластика, 20 электроники надо, да? А у нас ее... Я еще хотела проверить, можно ли туда еще раз сходить. Так. Открывай. И вот это сейчас письмо. Это не протокол, наверное. Так.
Ага, апельсины не влазят, дожили, да? Вот это вот сюда. Это ж супчик. Мы пока вот это сюда уберем. Хотя они влазят, это просто у меня тут так. И что же там письмо было? Так, читать. Это мы читали. Вот это? Читать. А, вот письмо этого. Уважаемый мистер Выживальщик, к сожалению, несмотря на наш блестящий успех, агент Фицпатрик больше не станет нанимать граждан. Я оказался в страшной ситуации. Мы избавились от агента, но агентство все же меня заметило. Я в бегах. Мне пришлось бросить работу, дом и имущество. У меня мало опыта в таких делах, и мне нужна ваша помощь. Вы можете отправить мне немножко еды, такой, чтобы надолго хватило. Расскажу, что не пишут в «Правде». Международные отношения сейчас крайне плохие. Напряженные, похожие другие государства обеспокоены медным змеем. Не забывайте меня и берегите себя, мистер Выживальщик. Искренне ваш Минитмен. Хорошо. А что ему надо отправить-то? Отправьте Минитмену еду с большим сроком годности. Так, ну-ка, сними. Я не знаю, что можно открыть. А сколько ему еды-то надо? Что у нас тут с большим сроком годности? Наверное, суп, это суп. Просто спасает в трудных ситуациях. Тунец, даже если пахнет и рыбой. Так, ну давайте вот это попробуем. Иди сюда. Сразу накрываем. Я не знаю, во сколько этот придет, поэтому я пока так сразу действую. А то мы и так, как говорится. Где там Минитмен? Продать. Угу. Консервированный морковный. Что тут еще ему можно? Овощной суп. И да, вот. Ну, давайте мы ему немножко, я не знаю, сколько ему надо. 10 штук. Пройдет вариант такой? Так. Ну, все, я надеюсь, это будет нормально. Давай мы с тобой вот сюда, это, вздремнем. Ну, пока ждем агента. Потому что еще раз я его пропустить не хочу. Так, иди сюда. Водичка не набралась. Открыть. Что у нас тут есть? Жареное мяско поедим давай с тобой. Чё, ждем нашего этого? Это тоже не работает. Пока все работает, остальное сюда не спустится. Час он придет или в два, интересно? От развлечения. Давай мусор повыкидывай. Можно? Так. Отчет вот. Не-не-не. Вот это не надо. А вот это письмо можно? Все вроде. Что, не идет он сегодня у нас? Ну-ка. Еще вздремни, да, чуть-чуть. До двух, что ли? Он почтальон как раз придет. Я должен же прийти. Он же раз не пришел, он обычно на следующий день приходит торговать. Где он там у нас? Так, странно. Так, денежка пришла. Что такое? Ну-ка, расскажи что-нибудь. О чем это я? Ах, да, письмо вспомнил. Так, понятно. Что у нас тут есть? У нас электроники никто не продает. Хотя мне бы надо на базу обратно сходить. Но я не знаю, как у нас там с чем получится. Это книги, это продать. А купить ничего интересного нету. А книжки вот у него бывают же интересные. Вот это что у нас? Искусство, книга для рукастых. Кардинально убежище слоить комнату еще быстрее. Ну давайте возьмем. Так, а это ж переговоров, искусство торговаться. Да это неинтересно. Торговать. Так, я не поняла, он что, серьезно сегодня не придет? Что за фигня? Отремонтируйте лесную канатную дорогу. Так, четвертая фаза, 50 пластика, 20 электроники, 10 тканей. Что у нас есть? У нас пластика, электроники 9, стекла. Пластика даже не хватает. Ткань есть, им камень. Хорошо. Ладно, снимай. Иди сюда. Сейчас будем разбираться. Видимо, сегодня проверок не будет. Наверное, агентству не до меня. Ух ты. И когда он придет у нас теперь? Я не поняла.
Что это такое сейчас было? Почему агентству не до нас? Так. Завершить строительство ракеты. Ему немного. Пришло время покончить. Мне нужна еда с большим стоком. Я отправлю их. И ему немного таких ушел в подполье. Мы ему отправили, но что-то не это. Так, что тут получается? 30 электроники, рычаг. Знаете что? Тогда мы сейчас пойдем. Мы пойдем поговорим с неспящими. Взять. Я не помню, после строительства ракеты это... Одень. Надо. Или не после... Так, не туда. Снаряжение вот. Потому что... Я там читала, когда как с этим боссом разбираться. Там было написано, что надо еще с неспящими поговорить. Поэтому мы пойдем пока с ними поболтаем. А после сна я там посмотрю, сколько нам еще надо будет. Мы, если что, поэтому... После сна, если не будет агента, пойдем в этот... Попробуем еще раз съездить. Пойдемте на 5-й этаж к неспящим. Да. Винтовку зачем-то взяли. Я не посмотрела, там я все разобрала. Давай. Просто я тут почитала, там по пути, конечно, тяжело не все читать, что надо с ними поговорить. Что-то они там дают. Так, поговорить. Тоскую по дням, когда было достаточно. Так, это мы вся... Мы до этого с ними говорили, но на всякий случай подальше от кровати мы делали так. Это стулья. Ну, давайте со всеми поговорим на всякий случай. Хотя я до этого со всеми разговаривала. Не засыпать, зевает. Полно водорода. То есть, если он попасть так, так, так. Ну, значит, у нас тут ничего такого. Стаканчики не забираются. Поговорить. Ладно. О, привет. И тут ничего. Даже бунтарская деятельность бывает скучной. Ты еще заходи только попозже. Хорошо. Значит, нам надо будет еще зайти к нему. Что у нас получается? Ладно. Сейчас мы пойдем тогда домой. Я сейчас посмотрю, что там перекрафтить. Посмотрим, что там. Потому что на ночь глядя ехать тоже. И к базе, если ехать, нам теперь опять так же интересно надо. Будет далеко. Ну да ладно. Использовать. Пойдем домой. Сейчас перекрафтим, переделаем все, что можно. Нам надо высушить... Нам высушить ягоду надо для кофе. С собой, если что, взять. О, торговля пришла. Вот, давай. Так. Читай. Все, достижения получили. Ладно, пойдем тогда с тобой смотреть. Откроем. Тут заправить надо. Сейчас все получим. Хорошо, топливо есть. Что у нас с тобой получается? Ножи, пистолет, бита, одежда. Вот так вот надо это все, чтобы было. Да, вот так. Аккуратненько, четенько, все мне понятно. Хорошо. Что? Консервированный рассольник. Давайте вот это попробуем отправить сейчас ему. Грибной консервированный. Консервированное рагу. Вот у нас же есть что-то. А вот это мы сейчас все попродаем по пути. Так, это все попродавать. Потом, что у нас перекрафчивать больше ничего нету, да? Водичка есть. Водичку забери. Так, водичку-то мы забираем. Мы должны еще вот иди получи водичку. Гуараму сейчас поставим сушиться. Пусть сохнет. Открой. Давай мы ее посушим. Иди включи. Так, открываем. Ой, само посушилось. И торговать. Давай с ним. Что там у нас отправится? Сейчас посмотрю, подействует на квест. Вот это. Все. Все. О, отправилась. Еда, наверное, много, да? Я тут от щедрот. Ну ладно. Тоже полезно.
Надеюсь, это не надо будет потом в ракету было запихивать с собой, знаете. Будет весело. Давай, заливай все. Все заливай. Так, получи металл, у нас тут есть. Получи топ. Заправить надо. Заправить. Открыть. А это мы с собой сразу кладем вот сюда. Чё у тебя беспорядок такой, блин? Так, надо вот это доторговать было, да? Это, водичку сюда уберем, давай. Сейчас поторгуем и ляжем спать. Посмотрим, что там будет написано. Где тут торговать? Беги. Ух ты! Он еще винтовку хочет? Ну, я не знаю, если я еще одну найду там. Хотя вот сюда давай вот это. Тут у вас электроника не появилась, сударь. Не появилась. Так, соль держи. Не знаю, зачем тебе соль, хотя у тебя своя в продаже есть. Так. Чё, отдать ему винтовку? Ну на. Еще патроны? Держи. Я не знаю, зачем ему. Так, я тут еще это, телефоны забыла. Что еще аж это? Неожиданно. Так, топливо, топорик. Ладно. Значит, мы отдали винтовку. Я надеюсь, мы можем еще заодно сходить, и я не фигню сделала. Все. А, нет, сейчас прям придет посылка. Ладно, подождем. Давай, 4 секунды осталось. Давай, торговать. Да-да, у нас много... О, у нас уже это... А я, наверное, раньше времени отдала, да, винтовку? Так, читать. Спасибо, что присылали тебе, мистер Выживальщик. Вы мой ангел-хранитель. Источник, возможно, это последнее мое письмо. У меня осталось, они хотят прийти за мной. Мне нужно подготовиться, либо пробиваться силой, либо дать последний бой. Для этого мне понадобится мощное оружие. Обыкновенный пистолет не подойдет. Дорогой мистер Выживальщик. Не могли бы вы мне дать автомат... И 200 патронов, если я выживу в этой битве, то вы обещаю ответить на многие гложущие вас вопросы. Ёлки-моталки. А это, что мы раньше времени отправили, интересно, будет считаться? Ладно, мы все равно собираемся на базу. Я надеюсь, там можно будет это все собирать. Давай, ложись. Единственное, что туда надо идти с едой. Это я уже проверила. Так. Агента не было. Еще какой-то... Что это моргает? Что это? Почтальон пропал. Ладно. Пойдемте сейчас возьмем топливо, по максималке заправим. И попробуем на базу опять. Если не получится, значит печалька. Где я буду взять, подбрать патрон, я не знаю. Да-да-да, хватит тебе радоваться. Так, иди. Все, все есть, все заправлено. Мы вот это с тобой кушаем. Вот это мы с тобой берем. Вот это мы разделяем. Окей, 3 энергетика. Тарелку супа. Не знаю, стоит оно того брать или не стоит. Так, это мы все берем. Берем топливо. И топаем, попробуем сейчас заправить машину и поехать опять на базу. Если это не получится, нам будет весело. Потому что я не знаю тогда, как где брать электронику. Так, сюда. И сюда. Все. Ничего не забыла. Так, тебе надо, значит, что тут сделать? Вот это одеть. Да. Все, пойдемте. Пойдемте смотреть. Мы поспали, мы поели, мы готовы. Так, шахта вот. Пошлите. Так, Боба... Не... Ой, Боба, говорю, этого нету. Ехать. Чинить даже не надо. Мы... Так, ну, что у нас там с топливом-то? Да. Ехать на базу можно? Ага, теперь можно. Поехали. Ну, посмотрим.
получится у нас или нет. Мы будем пытаться. Так. Нам же надо эту винтовку еще одну, получается. Но мы ее возьмем, ничего. Мы не такое, как говорится, брали. Главное, нас туда нам туда доехать, а остальное у нас все будет. Так, едем, едем в далекие края. Давай, давай. Кошмар какой-то. Уф! На последнем издыхании. Реально, на последнем издыхании. Так. Чинить. Металл. Хотя зачем чинить? Нам же и так можно пока. Так. Тут есть что-то, с чем нам драться придется? Нет, интересно. Открывай. Открывай. Мы сейчас будем брать только то, что реально нам надо. Открывай. И открывай. Нам нужен пластик. Так, вот это, по-моему, только смотреть можно, да, было? Сейчас я тут проделаю мышкой все нужные. Я надеюсь, сейчас мы там сможем что-то насобирать сразу. У нас же пропуск есть. Он все равно не работает, да? Я что, зря страдала? Да получается, надо в пустыню ехать. Да, обидно. Сейчас я вот так еще разок на всякий случай. Может, что пропустила? Да. Черт. Ладно, поехали обратно. Нельзя сюда, ничего не юзается. 200 патронов. Это офигеть. Я, конечно, ему их могу продать. У нас и винтовка есть теперь. Еще одна вот здесь оказалась каким-то образом. Иди почини сразу. Ну, раз мы тут есть. Ну, будем думать, где взять эту электронику в таком количестве, блин. Металл. Чини. Чини, чини. Так, давай мы с тобой сразу... Вот это вот поешь, вот это вот поешь. Ехать. Возвращаемся к Джо. Угу. Что же нам делать-то? Тут его тоже нету, блин. Пойдемте домой тогда. Сейчас посмотрим, что там торговать можно. Ну тогда получается, что? Что такое? Что ты там торговать нам принес? Покажи, пожалуйста. Это что? Там препарат не даст заснуть целую ночь. Спасибо, конечно. Но мы и так доезжаем. Так, значит, у нас... Придется что, по пустыне кататься? Они намекают, да? Так, пластиком покупаем. Камень не нужен. Торгуй. Так, здесь что у нас? Только всякие эти... 200 боеприпасов. Мы ему сколько-то... 100 нужно, да? Сейчас. А можно как-то напечатать? Нет? Сколько ему продать? Ой, какой кошмар. Набирала эти патроны. Сейчас вот так вот отдавать. Нет, спасибо. Все, награду дали какую-то. Сейчас мы себе купим. Мы перепродажей будем заниматься. Нам тоже надо. Так, это электроника появилась. Это одна пока. Плохо. Торговать. Так.
Все. Тут у нас металлы. Блин. Это у нас что, пластик, стекло? Ткань. А ткань нам нужна еще? Давайте возьмем. Так, что у нас получается? Ничего у нас не получается. Или хватает у нас на ракету? Что там на ракету еще надо? 50 пластика, 20 электроники и 10 ткани. А, 10. 20 электроники. У нас только 10, я думала. И много-много денег. И не знаю, где делать, да, что делать дальше. Шикарная ситуация. Так. Завершить строительство ракеты. Ладно, сейчас будем думать. Что у нас с тобой получается? Во-первых, давай получи то, что мы тут насушили. И выключи. Хорошо. Это надо все убрать. Пойдем. Пока электричество. Это опять что-то предлагает, но с ней неинтересно разговаривать. А вот то, что у нас электроники нет, вот это мне очень напрягает. Так, сюда, сюда и сюда. Давай почту возьмем. Ой. Так. Блин, блин. Блин, блинский. Я так понимаю, тут было рассчитано на то, что я должна была оттуда вытащить это все, но я не вытащила. Ладно. Сколько тут вот из этого электроники? С этого один будет, с этого смотреть. 4. А с этого? 2. 2, 5, 2, 4, 6, 7. Пока мало. А это смотреть. Стекло только будет. Как может это быть без электроники? Кто мне объяснит? Ладно. Что получается? Пойдемте сделаем пока кофе. Кофе, кофе. И... Так. Так я же взяла, нет? Нет, не взяла. Вот я молодец. Не вытащила все. Вот сюда вытаскивай давай. Получи водичку и приготовь энергетик. Я пока думаю, как нам все с этим справляться, елку-моталку. Давай. Что нам делать? В пустыне мы, когда катались, тоже находили. Просто поехать по пустыне покататься тоже вариант. Так, это у нас вода идет. Как бы можно. Ну, такое себе, ну, что поделать. Ой, вот сюда кладись. Ладно, пойдем с тобой польем. Давай, давай. Можно тогда по пустыне покататься. Мы тут огурчики поспели. Собрать гуараму. Полей, полей. Заправляем давай с тобой все. Тоже заправляем. Мы же заправляли это. Я не дозаправила, что ли? Я могла. Мне что нужно? Мне нужен бензин? А это что? Заправить. О! А, он туда бензин пихает. А мне казалось всегда, что это. Открыть. Что-то не поняла. Ладно. Мы это сейчас кладем и с тобой пойдем в пустыне кататься, искать. Так, искать будем все, да. Вот это надо убрать. Все, так. Раз вариантов нету, что нам еще остается делать? Пойдем. Выложим. Как раз товары обновятся, может, что на продажу будет. Минитмен, не знаю, там справился, нет. Но мы что могли, то сделали. Это мы с тобой давай скушаем. Вот это вот сюда положим. И что? Что-что называется? Надо строить, а у нас нет электроники. Вот, блин. Иди спи. Иди спи. Ладно, сейчас поспим. Давай. Поедем.
Так, что-то нету в агентство, чтобы приходило. Это что такое? Меня это напрягает. Очень напрягает. Ну да ладно. Если удастся на 10 тысяч предметов, персонаж к нему побежит. Подсказка. Интересная. Ну хотя бы сохраняемся уже, хорошо? Перезаряжаешь. И довольный такой. Пойдем поторгуемся. Тут что интересное есть? Что тут у нас интересное? Переговоры не нужны. Доверие у нас с ним стопроцентное. Пластик возьмем. Давай, торгуйся. Патроны, которые мы напродавали, наберем. У нас доверие со всеми стопроцентное. Насколько я вижу, бензин есть. Вот еще электронику. По одной мы до завтра ее покупать будем. Так. Соль. Подождите, это стекло, да? Стекло. Ладно. Что мы с тобой должны сделать? Полито, все полито. Получается, у нас есть с тобой бензин, чтобы покататься по этому. Давай еще возьмем. Опять заправить. Я не поняла. Они переделали, что ли, опять что-то? Так, сейчас у меня 13 штук. Ну-ка, сейчас проверим. Заправь. Угу. Смотреть. Пластик. Кстати, насчет этого. Осмотреть. А сколько нам надо? 20 электроники, 10 тканей, модуль управления ракетой. Сейчас мы посмотрим, что у нас получается. Иди возьми вот это. Этого смотри. Пластик, металл, металл. Вот это возьми. Этот выключатель не берется. Это я точно знаю. Взять. Так. Это у нас не то, да? Что тут еще можно? Еще давай торговать. Сейчас мы попробуем разобрать то, что дома есть. Надеюсь, хватит. Так, доброе утро, мистер Выживальщик. Последнее время что-то там такой занятой. Да, мы вообще занятые. Представляешь, чувак, очень занятые. Иди создать. Давай попробуем. Разбирай. Короче, если агент внезапно придет, нас убьет агент. Давай, давай, давай. Разбирай все. Так. Сейчас посмотрим. Так, открывай. Я просто топливо хочу сюда выложить, чтобы не мешалось. Так. Сколько у нас там получается? 11 всего электроники. Даже если мы все разобрали, что ли, создать. Так. А, она здесь, бог ты мой. Я тут это, заикой с вами стану. Открой, иди поешь по бырику и пойдем ракету строить. Так, ты у меня должен... Что-то протухло у нас. Ешь. Ешь и... Это, читать. Так, потому что не строится. Мы сейчас ее будем чит это делать. Надеюсь, всего нам хватит. У нас модуль с собой. Давай. Так. Электроника кладем. Ткань. Пластик и модуль управления ракетой. Начинай. Я тебя напоила, накормила. Сейчас посмотрим, получится у нас ракету сделать или не получится. Еще ускоряют хорошо. Хотел посмотреть, где ускорить.
Завершить. Это четвертая уже фаза. Так. Готово. Моя красавица, последняя часть моего грандиозного плана побега. Можно запускать в любой момент. Осталось подумать, все ли я сделал в мире Косвили. На этот раз пути назад нет. Так, что тут у нас теперь получается надо сделать? Включить красный свет на верхнем этаже. Так, ну что, пойдемте ставить этот. Открой, покушай. Повыпьет на всякий случай. Вдруг он у меня сейчас упадет, что-нибудь надо будет. Угу. Так. Ой, открой. Это я случайно. Так, поешь. Теперь мы должны выключатель этот, да, который у нас... Так. Ой, чё ты у меня не ставишься? Ставь сюда. Так. Включить. Все. Так, свет горит. Теперь осталось только дождаться не спящих. Надо выйти и поискать их. Ну ладно. А вот и они. Так, ребята, которые нам помогали. Так, идут, идут. Смотрите. Смотрите-ка, идут. Гав-гав. Поговорить. Привет, мистер выживальщик. Привет, Боб. Рад видеть, что ты нашел время поздороваться перед этой великой операцией. Ты готов? Уже слышишь, как поют люди? Сарказм, выживальщик. Не веришь в наше дело? О, нет, нет. Просто я больше одиночка. Мне сложно представить себя с шагающим флагом. Но я желаю вам всего самого лучшего. Ты правда думаешь, что у вас сегодня есть шанс? Ты готов? Как никогда. Нам нечего терять, кроме своих очков. Отличный настой, но у меня есть к тебе один вопрос, Боб. Вы, ребята, любите свободу и призываете слежку. Но ведь вы и сами провели много времени за наблюдениями, так? Наблюдениями за тобой нам пришлось, как иначе было понять твои цели и можешь ли ты помочь нашему движению. Мы поняли, что ты особенный. Еще когда упал самолет, ты очень быстро начал обманывать агентство, чтобы противостоять влиянию медного змея. Большинство из спящих требуются усилия. Физические барьеры, избегание ночной перезагрузки, периодические контакты с другими пробужденными, упражнения по концентрации, а ты не дашь. Промыть себе мозги чистым усилием воли и тем, что ты, что не сидишь, сложа руки. Потрясающе. Твой пример дает нам надежду. Мы очень признательны за то, что ты встал на нашу сторону. Спасибо тебе, выживальщик. Пожалуйста, только не думай, что я забуду. Это твое «не спускайся на нижние уровни шахты». Удачи тебе сегодня, и пусть весь город станет неспящим. Хочется в это верить. А тебе удачи с блестящей железной пулей. Было приятно с тобой познакомиться, выживальщик. И мне с тобой, Боб, ты самый лучший революционер книгачей. Береги себя. Гав-гав. Поговорить. Привет, выживальщик. Гав. О, привет, Джой, Чупакабра в городе. Не ожидал вас здесь увидеть. Ты примкнул к неспящим. Не знаю, считают ли они меня постоянным членом, но да, я им помогаю. Я так много читал про заговоры и тайные организации. Грех упускать шанс взглянуть на одну из них поближе. Я из-за этих глаз от них прям веет иллюминатами. Согласен? В любом случае, организации помасштабнее в округе Меликосвилия не найти. Как думаешь, что будет дальше после пробуждения? Самое забавное в том, что я не знаю. Ожидается, что мы пробудим достаточно людей для самоорганизации и сопротивления местным агентам. Лично я боюсь, что пробуждение спровоцирует что-то еще, реакцию глубинного государства, массовый выпуск химотрассы, активацию ионосферы. Но что бы ни случилось, я хочу наблюдать за этим в первых рядах, а то на свалке скучно живется. Кстати, о твоем запуске. Я знаю, что ты улетаешь. Хочу попрощаться. Пожалуй, мы хорошо с тобой поладили, выживальщик. Согласен, Джо, ты здорово помогал мне, да и компанию составил отличную. Гав. Да и ты тоже молодец, Чупакабра. Но ответь на вопрос, выживальщик. Ты ведь и сам работал на тайную организацию, верно?
До тебя дошли слухи, да, я и впрямь работал на агентстве, но это была совсем другая жизнь, она осталась в прошлом. Не зацикливайся ты на этом, выживальщик. Мировая история кишит двойными агентами и перебежчиками. И я слышал, что ты их до белого коленя довел. Где слышал? Ты не единственный, кто умеет пользоваться радио, выживальщик. Когда наблюдатель еще не закрылся, одна из моих антенн была направлена на базу. Иногда я перехватывал всякую военную болтовню. В основном ничего важного или просто какой-то шифр, который я не мог понять. А потом радио выстрелило, как фейерверк на 4 июля. И тогда его еще не праздновали. Мы тогда его еще праздновали. Там орали что-то об деле благополучия. Я думал, у кого-то сломала сауна или типа того. А потом они начали в узоще орать, что кто-то выпустил собак. Гав. И так точно. И звучало это серьезно. Думаю, это были необычные друзья человека. Потом говорили, что кто-то написал «свобода» на каком-то окне, будто это матное слово. А потом сделали официальное объявление не произносить слово вслух. Они были в шоке, когда узнали, что кто оказался диверсантом. Я не запомнил имя, но реакция была такая, будто это сам президент. А потом сработала сигнализация из-за несанкционированного взлета с аэродрома. Радио просто сошло с ума. Вскоре объявили о прекращении радиосвязи, и все затихло. Как ты догадался, что это я? Это было несложно. После аварии в лесу осталось лишь сопоставить факты. Почему ты помогал бывшему агенту? Да ладно тебе, выживальщик, я член секретной повстанческой организации и дезертир правительственного агентства. Да это просто мечта. Да уж, мне понравилось быть с тобой в сговоре. Хорошо, хорошего полета, выживальщик. И еще кое-что. Я не из тех, кто я не из этих, но на всякий случай не забудь взглянуть в окно и посмотреть, действительно ли земля круглая. Вот умора будет, если нет. Да, обязательно. Пока, Джо и Чупакабра. Так, теперь с тобой. Здравствуй, Лютик мой. Что же, наконец, пришло твое время распрощаться с корнями. Привет, Дженни. Ты всегда говоришь метафорами про растения. Только тогда они сочно звучат. Да, к слову, впервые вижу тебя за пределами леса. Там я была для операции. Я сейчас хочу убедиться, что людям полегчало после моих трав. И еще хорошо бы увидеться с Мэри. Может, я все-таки смогу вернуть ей память. А если нет, то просто проведаю ее. Мне жаль, я принимал в этом участие в программе «Медный змей». Мне удалось кое-что вспомнить. Знаю, Лютик мой, но теперь ты другой человек. Важно только это. Все-таки ты сам решил сбежать от них. Я помню, как тебя искали после крушения. Я наблюдал из своего убежища в лесу. Они хотели отомстить, бросили на твои поиски огромные силы. Но они не ожидали, что найдут тебя совершенно потерянным, лишившимся памяти под воздействием спутника. Ты это видела? Да, собственными глазами, а затем они почему-то решили тебя отпустить. Возможно, хотели понаблюдать за тобой. Ну и до этого додумались не только они. Я знаю, что не спящие тоже за мной следили. К таким выводам ты пришла, наблюдая за мной. Ты самый необычный человек в этих местах. Поначалу мне казалось, что тебя полностью промыли мозги, как и всем местным, но это продлилось недолго. Твоя решимость поражает. Ты быстро научился гнуть свою линию, и агентство не успело отреагировать. В итоге ты попытался сбежать на машине. Остальное ты помнишь. Знаешь, Дженни, я очень рад, что получил твое письмо. Ты самая лучшая лесная бабушка. А ты, мой любимый парнишка, счастливого пути, Лютик мой, и пусть удача прорастет на твоем пути зеленым росточком. Не забывай плотно есть и пить чай. Очень рад, что мы познакомились с Дженни. Удачи тебе с пробуждением. Ну все, мне пора. Храни вас Бог, выживальщик. Прощай, Лютик мой. Удачи вам, прощайте. Гав. До свидания. Это еще кто, агент? Открыть дверь агенту. А ничего, что мы так одеты? Здравствуйте, мистер выживальщик. О, здравствуйте. Я сегодня не ждал проверок. Думала, они больше не нужны. О, как быстро вы узнали меня без очков. Вы очень проницательный, мистер выживальщик. Я надеялся, что моя маскировка продержится хоть немного, и мне удастся застать вас врасплох. Что до проверки, я этим больше не занимаюсь. Не в очках дело?
Просто я хорошо помню ваш голос. Это стандартная процедура и прочее. Но если честно, мистер агент, вы и правда сбили меня с толку. Я не понимаю, зачем вы пришли. О, мистер Выживальщик, зовите меня Минитменом. Ох, а я-то думал, вы меня уже раскусили. Да, это я отправлял вам все эти вещи и информацию. И спасибо, что отвечали на мои просьбы. То есть вы хотите сказать, что все эти инспекции и отчеты были просто для вида? Здорово надо мной поиздевались, да, Минитмен? Но, мистер Выживальщик, никто не должен был ничего заподозрить. Мне приходилось хорошо выполнять работу, чтобы помогать вам. Я даже пересилил себя и не заглядывал под ковер. О, ну конечно, вы просто выполняли приказы. Но как вам удалось сбежать после засады агентства? Ах да, честно говоря, я думал, что доблестно погибну, но до этого не дошло. Меня предупредили о засаде, я ждал меня всего один старый агент. Я сделал предупредительный выстрел, и он отступил. Наверное, решил позвать подкрепление. Я воспользовался шансом и сбежал. И вот он, я, живой и здоровый, не удержался и решил представиться в своем истинном обличии. Ясно, что ж, я польщен, но у меня остались вопросы. Почему вы решили писать письма именно мне? Я давно вас приметил, еще во времена, когда мы работали вместе. Что? А вы наверняка бы меня не вспомнили даже без амнезии. Я был простым агентом с базой наблюдатель, а вы настоящей звездой. О, давайте без ложной скромности. Вы были инженером высшего уровня. Вы смогли запустить медного змея и удержать его на орбите именно благодаря вам. Вы обожали свою работу. Вы были упорны, трудолюбивы и очень общительны. Когда я видел вас на базе, то всегда думал, хочу быть похожим на этого парня. Даже не знаю, комплимент это или оскорбление. Что случилось? Почему я перестал работать на правительство? Как бы сказать, после успешного запуска медного змея вам стало скучно. Вам было слишком просто наблюдать за спутниками. За спутником он работал как часы. Так что вы стали заглядывать в другие отделы, общаться, разбираться в их работе, чтобы помочь. И вот однажды вы зашли в отдел вдохновения и благополучия. Умеют же вояки придумывать названия и чем там занимались? Ну, они продолжали тестировать технологии с медным змеем. Волны, ну вы знаете, проводили тесты на собаках, все как обычно. Об этом можете не рассказать. Я вспомнил, что там было, и очень зря. Да, в следующие пару дней вы были просто сам не свой и совсем не общительны. И однажды я проснулся от сигнала тревоги. Все кричали и носились по базе. Оказалось, что кто-то проник в отдел вдохновения и благополучия, выпустил собак и написал на одностороннем зеркале тестовой камере слово «свобода». А потом украл один из чертежей и покинул базу без разрешения. И кто же потом не пришел на работу? Наш мистер совершенства, мистер выживальщик. Кажется, картина складывается. Проясняется, да, к сожалению для вас и вашей попытки побега, ракета «Воздух-воздух» оказалась быстрее. Они так и не нашли обломков, но зато нашли вас, бесцельно бродящим по лесу. Вас собирались наказать, вы собирались, но они передумали. Но потом поняли, что вы идеальный кандидат для тестов. О чем это вы? Наблюдение за влиянием медного змея. Вы потеряли память, на вас было очень удобно проверять водный контроль, к тому же у вас сильный характер. Отличная возможность проверить силу спутника, согласитесь. Так что они назначили агента для наблюдения и выпустили вас на свободу. Ну, на свободу. Это вы за мной наблюдали? О нет, того агента уволили, когда он попытался сбежать на машине. А затем я убедил их продолжить эксперимент, регулярно совершая проверки. Они согласились, к тому же я хотел изучить вас повнимательней. Это странно, Минитмен. Нет, правда, я восхищался вами. Я был в восторге, вы всегда отличались от остальных. И ваш побег, собаки, надпись на зеркале – это было прекрасно. К тому моменту мне уже наскучила рутинная работа в агентстве, так что я решил вам помочь. Я не хотел, чтобы меня заподозрили, так что продолжал ходить на проверки, но в то же время я начал помогать вам под видом своего альтер-эго мистера Минитмена. То есть все это было показухой, и вам от этого какая-то выгода? Кроме того, что я искренне хотел помочь самому интересному человеку в мире Косвилле, да, кроме. Мистер Выживальщик, знаете, в агентстве у меня были источники надежнее нашей правды. Боже, храни президента. Международные отношения сейчас очень-очень напряженные. Медный змей затронул не только нашу великую страну. Боюсь, международного конфликта не избежать. И вы хотите, чтобы... Мистер Выживальщик, я приложил столько усилий. Да, давайте ближе к делу.
Я хочу улететь с вами на вашей ракете. Наконец, конкретный ответ. Нет, ничего не выйдет. Но, мистер Выживальщик, это невозможно, там всего одно место, и я более чем уверен, что управлять ракетой вы не умеете. Мистер Выживальщик, нам всем грозит смертельная опасность. Вы понятия не имеете, сколько еще протянет Мерикосвиль и вся страна. Ну ладно, после того, как улечу, можете пользоваться моим бункером. Он мне больше не понадобится. Оборудование не соответствует акту о безопасности и благополучии, но, надеюсь, вы не будете против. Спасибо, мистер Выживальщик, вы меня выручили. Не знаю, куда вы направляетесь, но удачи вам с полетом. Правда, признаюсь, я думал, что наша встреча пройдет теплее. Это стандартная процедура Минитмен. Так, все? Так, запуск. А, во. Наконец-то я добрался до финала. Совсем скоро я умчусь на гигантской стальной пуле. Подальше от скучнейшего места на Земле. Прощай, Мерикосвиль, я не буду скучать. Смотрим на концовку. Если что, это не я двигаю, игра так идет, это заставочка. Ого, впечатляет. А, нам надо что-то нажимать? Что ж, время наконец пришло. Начинаем операцию пробуждения. Так точно, капитан. Я готов. Посеем все семена инакомыслия. Вопросики? Так. Ты что ты здесь делаешь? Я могу все объяснить, это долгая история, понадобится много времени, но я на вашей стороне. Это же ядерный удар! Ну, грибок обычно всегда же вырастает, когда ядерное в это... Я был прав! Я не такой, я на такое не подписывался. Божечки, закрой глаза, Боб, мы справимся. К такому мы не готовы? Или готовы? Так. Смотрите, им надо в бункер. У нас же тут, по идее, бункер. Все. Ой. Рокот двигателей. Сумасшедшая скорость. Все было ради этого момента. Я пережил падение самолета, потерю памяти, слежку правительства. Я выкопал себе второй дом под землей. А затем сражался, путешествовал и построил способ сбежать из этого проклятого города. В прошлой жизни я был слугой режима. Нынешний я помогал таким же чудаковатым мечтателям с ним бороться. Что ж, вперед. К новым началам, к свободе. Плохо, что русской озвучки нет. Хорошо говорит так персонаж. Черт. Так, все. Да, это финал идет. Продюсеры пошли, титры. Игра закончилась, я ее закончила. Но вот эта заставка намекает, что, возможно, будет вторая часть. Там и бункер у нас остался, и то, что мы так... Вот в конце главный герой возмущается.
Игра хорошая, очень интересная, очень советую поиграть и пройти. Мне очень понравилось. Не зря я ее купила. Так что не забываем комментировать, писать свое мнение, ставить лайки и подписываться. И всем пока-пока!